Всем привет! С вами Прия. Сегодня мы вновь вскрываем недельные сундуки и надеемся на идеальный лут. Ну что ж, оденем, собственно, то, что я хочу, да, там. А что я хочу? Я хочу какой-нибудь там, я не знаю, тринкет хороший, что-нибудь, ну такое, классненькое, классненькое, особенно большого эквипа. Лут, разумеется, ставим на танка, поехали. Также еще интересует, сколько в итоге силы артефакта нам дадут с 16-го ключа. Чекаем. Поехали. Ты кто? Прощай. Модификаторы текущей недели — это кровавые, вулканически укрепленные наилегчайшие модификаторы. Итак, трофей мастера на 14,5 миллионов и один баджик на 1.1. Ну, типа, а чё это колечко? Это колечко идет далеко, я бы так сказал, на самом деле. Да, типа... Крит вообще не нужен. Окей, хорошо. Сделаем такой мув. И сделаем... релок на паладина. Сейчас будет самое веселое, если что-то на паладина хорошее упадет. Если на паладина упадет что-то хорошее... В виде челюсти, это будет классно, да. Это будет очень нужно, что самое главное... Посмотрим, сейчас все проверим. А, нет. Это что такое? Ну, чисто ради роста эквипа можно одеть, типа, неплохо. Кровавый вулканический, да. И ключик хороший сам по себе. Катакомбы все-таки как-никак. Я напомню вам, то, что в верхнем левом углу написаны те ключи, которые мы ежедневно ходим. Кроме того дня, когда нам нужно походить при новом знании различные там рейды, LFR, Normal, HM и мифик нули. Самые обычные мифики с целью получения наибольшего количества силы артефакта. Вчера, получив 30-е знание, мы сходили все LFR, все Normal рейды, HM рейды. То есть это изумрудный кошмар, испытание доблести с Зель ночи. И после сходив в... обычные мифические подземелья, я где-то получил около 100-110 миллионов сил артефакта. Это много, да. Ну что ж, вскрываем. Нам падает какой-то плащик. Плащик как бы не нужный, потому что у меня сетовый. Но сам по себе плащик весьма хороший. Но он не нужен. Утроба. Отлично, ага. Очень нужный инст в текущих реалиях. Спасибо огромное. Что я могу сказать из текущего лута? На паладина небольшое улучшение, на всех остальных вещи на продажу. Ну, плюс один к неистовому восстановлению. Три заряда. Раз, два. Нормально. Короче, классно. Зато артефакт прокачал. Ну что ж, будем ходить ключи. Будем ходить именно те ключи, которые указаны вверху. В левом углу. Всех вам благ, счастья, здоровья. Если вы еще не вскрывали недельный сундук, обязательно вскройте его. Ждать до воскресенья под новое знание. Не знаю, есть ли смысл или нет вам. Так что вскрывайте его сейчас. Может, вам что-то упадет хорошее, там еще и легендарочка, и еще что-нибудь интересное. Вот. Так что до скорого. Всех вам благ.